вниманию автовладельцев. В связи с аварийным состоянием пути будут проводиться ремонтные работы на железнодорожном переезде, расположенном на 37-м километре перегона Одинцово-Голицыно возле станции Жаворонки на пересечении с Крёкшинским шоссе. Движение будет перекрываться с 9 до 19 часов 28, 29 и 30 июля. Один из возможных вариантов объезда – переезд на 42-м километре Петровского шоссе.